Елизавета Макарова – ученица 11 класса Мариинской гимназии. В этом году девушка стала победительницей всероссийского конкурса «Большая перемена». На состязании школьники и студенты представляли всевозможные проекты и решали актуальные общественные задачи. Всего от Ульяновской области победило 5 девушек, которые представили свои уникальные идеи губернатору Ульяновской области Алексею Русских. Я решила разрабатывать проект Ульяновского речного порта, который сейчас особо никак не взаимодействует, люди. То есть мы хотели популяризовать это место, потому что это очень выгодная артерия транспортная, в принципе, региона нашего. Из него поставки можно фактически куда угодно совершать. По словам девушки, площадку речного порта можно использовать для проведения творческих мероприятий молодежи. Проводить концерты, вечерние литературные чтения, выставки современных ульяновских художников. Другой победительницей конкурса стала студентка Димитровградского технического колледжа Александра Дадаева. При решении кейса «Базовое профессиональное образование» девушка представила проект по оказанию помощи студентам в поиске будущего места работы. Мы придумали такую организацию, в которой студенты бы проходили практику, и в дальнейшем они бы получали стаж и заработную плату. То есть им бы было проще в дальнейшем трудоустроиться. Слова благодарности победителям и их наставникам выразил глава региона. От всей души приветствую и поздравляю победителей всероссийского конкурса «Большая перемена», наставников, а также родителей. Очень рад лично с вами встретиться и выразить огромную благодарность. Спасибо за успехи в учебе, за активную жизненную позицию и за стремление к успеху. Упорный каждодневный труд, старание позволило вам блестяще показать себя на этой крупной образовательной площадке и обойти 2,5 миллиона участников. Конкурс «Большая перемена» проводится ежегодно. Как отметили в областном министерстве образования, подготовка к конкурсным испытаниям проводится колоссальная. Ключевую роль здесь играют не только участники, но и их учителя-наставники. Конечно, в нашем городе систематически уже выстроена работа по данному направлению, по данному проекту. Конечно, за этими малыми, да, с сильными душами стоят их учителя, их наставники, которые на протяжении всего периода времени, года с ними согласуют проекты, рассматривают их возможности, да, и разрабатывают их в лучшую сторону. По итогу конкурса все победители получили гранты от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Эти средства ребята смогут направить на обучение в высших учебных учреждениях или же на улучшение жилищных условий уже в следующем году. Максим Писарев, Даниил Сурков, Управда ТВ.